Рад вас приветствовать на канале. В сегодняшнем видео я вам покажу и продемонстрирую наглядно, как сменить регион Web Store с вашей страны на Соединенные Штаты. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, смотрите, друзья, немаловажно, хочу вам сразу сказать, если у вас не получится ввести просто, так как я вам это покажу, вам нужно будет включить службу геолокации для App Store. И не у всех у вас получится без карты сменить. Обязательно, возможно, так получится, что вам придется прикрепить свою карту либо PayPal. То есть не у всех может быть одинаково, как я покажу на своем примере. Поэтому точно так же имейте это в виду. И еще имейте в виду то, что вы не сможете сменить регион, если вы состоите в семейной подписке, либо же у вас вообще есть какая-то активная подписка, или у вас есть задолженность по учетной записи. Если у вас с этим все в порядке, вы сможете спокойно сменить. Друзья, переходим в App Store, нашу учетную запись, верхний угол, и еще раз на нее нажимаем. Все, здесь вы пройдете Face ID или Touch ID, что у вас за устройство. Здесь вот страна и регион, выбираем. Точно так же нам здесь нужно будет сменить регион. Выбираете на вам нужный. Вот изменить страну. Допустим, это будет Соединенные Штаты. Покажу пример на этом. Вот, применить. Здесь все заполняем. Вот, у меня есть без карты. Вот, нет. Здесь указываете данные именно на английском языке, потому что мы выбираем данную страну. Вот. Поэтому переписываем здесь все. Как только вы заполнили данные, вот обязательно здесь пишите адрес, там Beverly Hills, город Лос-Анджелес, штат Калифорния, индекс обязательно такой же для своего штата, для своего города, обязательно подбираете тут и номер телефона. После чего жмем далее. Но если у вас не пройдет так, то вам нужно включить службу геолокации именно для App Store, чтобы App Store у вас считал эти данные как будто на данную страну. Вот мы нажали далее. Все. Переходим обратно в страну и регион. Вот видите, страна и регион, Соединенные Штаты. Все поменялось, все отлично. Но опять же напоминаю, друзья, если вдруг у вас ничего не поменялось, обязательно включаем службы геолокации для App Store. И тогда у вас все пройдет. Имейте в виду. Ну вот и все, друзья. Я думаю, ничего сложного не было. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, я вам на них отвечу. В закрепленном комментарии я прикреплю перечень. В принципе, в описании это будет все тех данных, которые я вписывал, и как это, в принципе, все меняется. Поэтому обращайте на это внимание в описании, в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.